И в завершении новости из мира животных. В Приморье на территории заповедника «Кедровый пать» обнаружен редчайший дальневосточный леопард. Он был настолько осторожен, что котенком ни разу не попал в объективы фотоловушек. Сейчас ему около 4 лет, и судя по тому, что его все-таки поймала камера, он осмелел, но, как уверяют специалисты, бдительности не потерял. Имя молодому хищнику в знак признательности за сотрудничество представители парка позволили выбрать полицейским. Те нарекли его дядей Степой в честь легендарного литературного персонажа.